Это она? Да. Hola, миссис Васкис. Вы опаздываете позже, чем говорили. Столкнулись с небольшими сложностями. Кто это? Мой партнер по бизнесу. Кристина Роза. Я помню. Вы найдете ее тут. Буэнос Суэрт. Грасиас. Ты подожди снаружи. Я кое-что забыл спросить. Ладно. У вас найдется телефон. Да, мне международный звонок. Соединенные Штаты. Номер 312-346. Ты что задумал? Хочу позвонить. Нельзя. Мы даже не знаем, жива ли она. Если Сару взяли ее телефон у них, хочешь попасться? Да. Я не выношу три вещи. Пробки, хоккей и звонить вам с одним и тем же вопросом. А вот и не звоните больше. Хотя я считаю, что братья в Панаме. Серьезно? А ответ где именно? На наколках Скофилда. Название страны для вас уже верх точности. Но звоню я не за этим. Бенджамин Майлз Франклин жив. Спасибо, мне известно. И вот-вот выйдет на свободу. Исключено. Им необходимо разрешение моей службы. Рад, что вы в гуще событий. Найти Уилли.